следует ходатайство именно об этой мере пресечения, в связи с тем, что судья не является гражданином Украины, здесь у него нет никаких социальных связей, нет жилья, а следовательно, по мнению следствия, он может скрыться от органов предварительного расследования и суда. Все будет в рамках российского законодательства. В течение 3 суток со дня избрания меры пресечения сторона защиты будет подана апелляционная жалоба с просьбой изменить меру пресечения на залог и отменить вынесенное решение об избрании стражи. Слышу из интернета, там, десь, и там какие-то малейшие, там, вот, и все. А так, чтобы где-то пообщаться, там, где-то какие-то новости, никто ничего не знает. Не говорит нам, и не, вот. Ну, так, сами, там, по крохах собираем. Захотів романтики. Не в азарті від того я був. Я хотів, щоб він другі війська йшов. Ну, захотів морфлот, морфлот є морфлот.